Замажем на девочку? Ну что-то несерьезно. У тебя же самолет через 2 часа. Опять вы все ждете? Я никогда никого не жду. Ну, тогда извините. А я вас могу попросить об одном одолжении? Я вас слушаю. Можно я от вас позвоню? Ну, если не в другой город, то пожалуйста. А в другой нельзя? Можно, если заплатите. Ну, разумеется, заплачу. Прошу вас. Телефон в комнате. Пожалуйста. Вон телефон. Вы не могли бы мне дать стакан воды? Да вода-то сейчас не очень. Молоко будешь? Макарончики будешь? Нет? Ты напрасно его ждешь. Он испаряется надолго. Это наши с ним дела. Ну, извини. Просто его хорошо знаю. Он больше 3 дней с дамами не дружит. Что вы можете о нем знать? Шикарная история. Ты извини, я все же пойду. Помоюсь. А ты звони. Звони. О, совсем стыд потеряла. Я тебя когда-нибудь в милицию сдам. Я вам что, мешаю? Ночевать, что ли, негде? А вам-то что? Заходи, разговариваем. Придумаем что-нибудь. Поделимся, чем Бог послал. Ой. Опа. Держи. О, яйца возьми. Все. Так, Люба. А, яички возьми, Любочка. Спасибо. Ой. Так. Все, иди. А мне почему так мало? Она меня учить будет, а? Тебе вообще не положено. Ты у нас работаешь без году неделю. У людей вон семьи, мужья, дети больные. А тебе на что, миленькая? А люди без этого с голоду помрут. Кто-то, я смотрю, вас голодную, да каждый день на машине на работу привозят. А это, между прочим, машина свекра моего, инвалида. И ты этого не трожь. Да пошли вы. Зинаида Михайловна, можно вас на минутку? Давай, 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 давай. Ну, ну, хороший мальчик. Давай, ну, давай еще. Давай, давай. С деньгами пока туго, я вам вот принесла кое-что. Вы возьмите, а деньги мне пришлют. Украла, что ли? Почему украла? Заработала. Ну, ладно. Сойдет. О, паразиты пришли. Мама! Маманя, встречай родственницу. Ой. И никуда, никуда мне не деться. Шалашовка, ты будешь у меня тут орать, ты пулей вылетишь отсюда, ясно? Угу. Толя! Я здесь? Толя, меня выгоняют. Она ж ведь не знает, чем мы с тобой праздновали. Не знает. Паразит. Тебя что ж мордой от тротуар, что ли, возили? Почему? По кочану. Почему? Почему? О, Мариса! Мариса, у тебя есть что-нибудь? Тихо, там голяк. Валька, наливай. Сейчас. Чего? Наливай. Я сам все высыла, ему ничего не наливай. Ты знаешь, что у мамаши спроси. Мама. Мама. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Мама! Мама! Мариша. Мариша, открой. Мариш! Мариша! Мариш! Чего тебе? Мариш, давай выпьем, а? Ой, устала. Слушай, Мариш, а тебя правда ничего нет? Ты когда 30-ку отдашь, которую со своими дружками у меня занимала? 30-ку? Сейчас. 30-ку. О, Мариш, слушай, ты посмотри, какая у меня книжка есть. Больше 30-ки стоит. О, посмотри, картинки какие. Да на черта мне твоя книга. Ты мне деньги отдай, а то у меня в кармане рубль с мелочью остался. А книгу верни туда, где взяла. Это подарок. Думаешь, задаром, что ли? Послушай, а что это я? А, Это ж Ванька Дуля у тебя занимал. С него и возьмем. Говорит Ленинград. На волне маяка классическая музыка. Нужна тебе? А картинки с бабами есть? Ой. Ну, кажи. Тут про старинную жизнь. Старинную жизнь мы в 17-м положили. Козел. Че козел-то? Ну че козел-то? Ну смотри, какая вещь дорогая. Не, чума. Чего? Слышь, ты, в каждом загранпорту имеются магазины с дефицитными нашими книгами. Так у них сейчас историческая котируется и фантастика. А еще дерьмо какое-то. Да что ты принесла-то? Кому это надо? Козлы. Да это стоит отдай. 2 пива. Я тебе... Отдай! Я тебе точно говорю. 2 пива и все. Не больше. Не надо. Ну я тебе... Ваня! Вань! Пошли, Мариш. Это куда это вы чешете-то? Ты когда 30-ку девушке отдашь? Ты че в натуре? А ты-то где была? Ой, ладно. Мы тебя всю неделю искали. Елизавету твою. Ой, да не вышло. Ну что, ой-ой-ой. Надо деньги девушке отдать. Все, все, Валюха, я только что 30-ник спустил. Вот эти алкаши заставили. Работаешь, работаешь. Ну, вообще. Зато посмотри, какой товар. Погоди. А? Ты дал? Южная ночь. Легко себе не помнишь, чтоб мне страна такой нектар наливала. Ух ты, ой, проблема мимо. Слушай, мне бутылок твоих не надо, давай деньги гони. Все. Мариш, Мариш. Завтра все разборки. Какой завтра? Сейчас, Мариш. Я тебе сказал завтра. Пошли. 15:00. Какой сейчас? Я говорю, деньги давай, Мариш. А сейчас мы выпьем, треснем, хряпнем и зачнем к счастливым сном. Не трожь меня. Оставь его. И не ходи. И не ходи. Да перестаньте. Ой, Мариш. Стакана при себе? Спокойно. Чего ты здесь расселась? В смысле? Мы за деньгами пришли или... Ах, да. Ну, сейчас. Поехали. Сейчас и будет. Угу. Мужики, дайте-ка ей стакан. Мариш, сейчас. Мариша. Ну что, Мариша? Ты выпей немножко, ну. Менты. Ай. Линяем. Бежим, Мариша. Ты куда тебя поволокла-то? Дяденька, что я не пила! Что не пила? Ты не понимаешь, что ли, и куда вы тащите? Я не полезу, не полезу, я говорю тебе, нет, ну не надо, ну пожалуйста, ну миленький, ну не надо. А может быть, вам от меня еще что-нибудь нужно? Не стань кривляться. Я ничего больше не должна. Выкладывай сумки. Зеркало сумки. Да, да. Уберите, пожалуйста, руки. Не надо, не надо, не надо. Ну что ты еще, я не знаю. Я применю силу. О, паспорт. Еще что? Смотрите, смотрите, что же я из себя представляю. Так, записываю паспорт, расческа. Да все запишут, господи. Ну-ка. Кошелек покажи. Давай сюда. Сколько у тебя денег? Ой. Давай, давай, давай сюда. Ну что вы? А кто рассыпал мои бусы вообще? Валяются там? Рассыпали. Давай сюда кошелек. Что за вот это советская, так сказать, безалаберность? Будьте добры. Действительно. Посчитать. Да. Вот это вот посчитайте. Вот про то и говорим. С деньгами разобрались. Так, все в порядке. Снимайте кольцо. Ну зачем вам кольцо? Кольцо я не отниму. Прекрати орать! Ненормальная. За что вы выжили люди? Выжили люди. Ну за что? Садись. Садись. Давай. Документы, деньги. Давай. Давай, давай, давай. Ну? Выкладывай, тебе говорят. Да еще. Еще. Что еще в кармане есть? Ну что, вытягивать? Еще. Тебе помочь, может быть? Ой, Жеглов пришел. Сердитый человек. Давай. Знакомые все лица. Ну почему? У нас и новенькая есть. Новенькая? Пусик, а ты Шарапова зарезал или нет? Нет, утопил. Жестокий. Ну, новенькая, пойдем. Пойдем, покурим. С кем попало, не курю. О. Ну, ничего, со мной покуришь. Так, а где у тебя этот самый? А, вот он здесь. Ага. Так, вторая онкобольница. Рабочая кухня. Лимичица, значит. Когда мы только очистим от вас наш город? Это еще неизвестно, от кого очищать надо. Ты вяколку-то не открывай. Ну, из города я тебя выкину. Хватит, девочка, погуляла, у нас тут своих таких хватает. Ну, может быть, договоримся, товарищ начальник. Мне эти договоры уже знаешь где? Во! А сто юбилеили. Значит так. Завтра в 7 часов принесешь сюда, вот на это место, ровно стольник. Где же я возьму? Это меня не волнует. Заработаешь? Знаю я, как вы умирающих в больнице кормите. Все поняла? Все. И что? Мариш! Мариш, ты не обижайся, что мы тебя бросили. Открой, Мариш! Да брось ты, ну ты же знаешь, что менты все козлы, им же ничего не объяснишь. Ну что ты там, померла, что ли? Ой, ёлки, как в гробу. Ну не сердись, Мариш, кот ты всем в компот. Ты что грохочешь тут? Нет же его. Перестань, говорю. Пойдем ко мне. Иди сюда. Поднимайся. Ну, шевелись. Ты соображаешь, что ты делаешь? Все же спят уже давно, соседи вызовут милицию. Припаяют тебе попытку взлома. Мне плевать. Так, немного безумного бреда. Самое подходящее время. Ну что еще новенького с тобой? Сволочи. Все. А я-то почему сволочь? Да хотя бы потому, что один в такой шикарной квартире живешь. Через эту квартиру человек 40 прошло. Коммуналка была? Предки мои жили. 4 поколения. Аристократы, получается. Мещане. Ох, не урезали же вас. Заслуги перед Отечеством были. Все равно сволочи. Сволочи. Но если ты в каждом подлеца видишь, может быть, ты сама не без греха? А в чем мой грех? В чем? В том, что влюбилась, как последняя дура, и примчалась за ним в Ленинград? А я не нужна ему. Я тебе не нужна. Я вообще никому не нужна. Я одна, ты понял? И нечего меня жалеть. Выбежал меня пожалеть. А тебя что, звали сюда? Ну, колочу я в дверь. Я что хочу, то и делаю. Ты мне не указ, понял? Мне вообще никто не указ. Мне сама милиция не указ, потому что я птица вольная. Я сегодня здесь, а завтра меня нет. Тебе понятно? Потише. А вообще, я могу остаться. Знаешь, как я это сделаю? А я сейчас орать начну. Я сейчас на весь дом орать начну. Ты же в одном халатике выбежал, да? Вот я сейчас как начну орать, и заживем мы с тобой в профессорской квартирке вдвоем. Тебе понятно? А у тебя зарплата-то, небось, хорошая. И что, пожалеть выбежал меня. Да вы же за кусок колбасы убить готовы. Вы ведь никого не видите вокруг себя. По всем наплевать на меня, и тебе тоже на меня наплевать. Так вот, если ты хочешь знать, мне на вас тоже наплевать. Потому что у вас законы такие. А я его видела, я его нашла. Да ну. А вот тебе и ну. Стою я на плацу возле пивной помойки. Ну, знаешь, случайно стою. Вдруг подъезжает черная «Волга». Марина? Если вы не очень заняты, то не могли бы проехать с нами? Дело очень важное. но чтобы хоть один человек выслушал меня. Хотя бы один. Я выбрала тебя, ты хороший. Прости меня. Прости. Но почему так все плохо? Ну почему? Я ведь раньше другой была. Там дома я... Мы хоть и жили трудно, но я умела мечтать. Я любила мечтать. Я мечтала. Я бы помолилась. Но я не верю. И не знаю, как молиться. Вот, значит, как. А я думаю, куда это у меня столько продуктов уходит? В твое брюхо и уходит. Да нет, я гляжу, не в мое. Разберемся. Хожу, бля, и глазам своим не поверила. Представляешь? Ну, давай, давай. Че, новенькая, что ли? Что-то я тебя здесь раньше не видел. А тебе что? А за место бабки платят. Или можем так покувыркаться. Один такой кувыркался. Фильтруй базар, мама. Ну, руки убери, подонок. Ладно, сучар. Мы пока погуляем, а вот потом засадим тебя по самые помидоры. Простите, девушка, вас не Люда зовут? Люда? А, тогда, может, прогуляемся? Можно. А куда? Да есть тут одно хорошее местечко. Ну, идем. Нам сюда. Сюда? Угу. Ой, так здесь же мой дом рядом. Давно любуюсь вами. А вы не замечали моей скромной особы? Странно, но нет. Ну, ясно, зима, темнота. А у вас здесь квартира? Мастерская. Мастерская, надо же. Кстати, откуда ты, прелестное дитя? Из сказки. Из какой? Из самой счастливой. Ну-ну. Вот сюда. Куда? Давай, на самый верх. Ой, как интересно. Смотри, не споткнись. Ножки переломаешь. Такие хорошенькие. Ну ты, мать, даешь. Просто королевский скороход какой-то. Мударюга не работает. Держи. Ну давай. Держи здесь. Тебя только за смерти посылать. Здрасте. Проходи. Все похмелюжники. Бегал последний раз. Здоровье дороже. А это еще кто? Феликс какую-то нимфу привел. Дворничиху, что ли? Ты что? Какая хорошенькая. Так. Феликсу пиво не наливать, он уже отпил. Вот дураки-то, а? Третий раз старик закинул невод и вытащил такую хорошенькую рыбку. Так ты кто? Весна. Боттичелли. Ну что весна? Пиво пить будешь? Я пью только шампанское. От шампанского и каю. Парфенова не забудь. Угу. Пиво для дамы. А это кто? Один большой начальник. Над вами? Над нами начальников нет. Ну, за Петра Афанасьевича. Вечно кайф сломает. давайте быстрее показывайте, а то у меня времени в обрез. Это что за фея? Да так, зашла по хозяйству помочь. Казачка. Казачка. Из каких же таких краев? С Кубани. Ты смотри, я ведь тоже кубанский. Ну, здравствуй, землячка. Здравствуйте. А ты что здесь делаешь? Тоже рисуешь? Нет, я когда-то рисовала. Я художественную школу окончила, потом в академию поступала, но собеседование не прошло. Ты не прошла собеседование с такими-то данными. Прошу прощения, Петр Фенович, взгляните-ка сюда. Ты знаешь что, ты мне чекни свой адресок, а я числа 26-го, нет, 28-го к тебе загляну, и мы покумекаем, что нам с тобой делать. Может быть, не у меня, где-нибудь в другом месте. Я хочу посмотреть, как казачка устроилась. Ты меня поняла? Ну что это так? Ну что это за белиберда так? Ну поймите, люди хотят видеть что-нибудь красивое на стене, а это что за безобразие? Ах, ну ладно, если я о вас, сиротках, не побеспокоюсь, тогда кто же? Ну вот за каждую плачу по стольнику. По стольнику? Да тут одни краски дороже стоят. Я знаю, что вы умеете краски портить. Вот я вам их и оплачиваю. Что? Вот, пожалуйста. Зинаида Михайловна. Ну чего? Понимаете, тут ко мне мой один знакомый должен прийти. Он пожилой, солидный мужчина. Мы с ним совершенно случайно встретились, и он оказался моим земляком. А вы ведь знаете, как я по дому скучаю. Мы с ним посидим, поразговариваем, повспоминаем. Он, между прочим, давно в Ленинграде живет. Очень важный человек. Понимаете, Зинаида Михайловна, такой взрослый, солидный человек, но неудобно же его принимать в моей каморке. Можно я займу вашу комнату на час-другой, не больше? Просто разговор очень важный. Так бы сразу и сказала. А то темнеешь, темнеешь. Чего темнеть-то? Значит, можно? Ой, спасибо, Зинаида Михайловна. Я сейчас быстро. Живут же люди. Только нам, дуракам, в рай попасть. А вы угощайтесь, не стесняйтесь. Да нет уж. Нам бы хлебушка корку, с нас хватит. Ой, спасибо, Зинаида Михайловна, выручили. Вы не беспокойтесь, я не задержу. Я возьму рюмочки. Ваши, наверное, как обычно, поздно придут. Да уж не рано. Ой, это он, Петр Афанасьевич. Благодарю. Это, вероятно, вам? Прошу прошу великодушно простить меня, имя, отчество вашего не знаю. Зинаида Михайловна. Зинаида Михайловна. Угу. Душевно рад. Зинаида Михайловна. Ну что ж, отдыхайте. Ой. Присаживайтесь, Петр Афанасьевич. Спасибо. Вот, значит, где ты обитаешь. А что делать? Я ведь родителям наврала, что поступила в академию. А они поверили. А теперь сама не знаю, что делать. А еще, не дай бог, мама в гости приедет. Господи, что тут будет? Страшно представить. Негоже все это. Негоже. Ну как же ты так? А вот так. В онкологической больнице работаю на кухне. Кастрюльки мою, минтаю потрошу. Конечно, имею кое-что. Но что это? Одни слезы. Петр Афанасьевич, рюмочку. Горячая сейчас будет. На одной ноге стоишь. А это нехорошо. Нехорошо. Замуж тебе надо. Да где же они, мужики-то эти? Так, шушера всякая. Я ведь, когда ехала сюда, думала, Петербург. Это верно. Правильно говоришь. От Ленинграда сейчас в этом смысле мало что осталось. Вот одна надежда на таких, как мы с тобой. А?